chubadoom, lop chubadoom, lop chubadoom, do drum, jum da da dum, da dee be boom, jum ba ba dee be bum. Сегодня я вам расскажу печальную историю. Дом, который вот я построил. 4 участка. Где-то 22 сотки участки в итоге. Значит, здесь мы насадили с женой Ниной разного рода деревья. Естественно, такой сад возник, много дикоросов. Появились птицы. Вот где-то малиновка. Соловьева еще нету, а вот множество разного рода других птиц. Они гнездятся и уже неоднократно они выводят здесь потомство. Ну, птенцы, естественно, вылетают. Еще плохо летающие. Мы, по возможности, их стараемся уберечь. Я там, жена. Собака оказалась у нас, знаете, вроде она безродная, но в смеси с охотничьей породой. И она тут все найдет. Ну, плюс еще кот. Кот, знаете, кот и птицы, они несовместимы. И вот как раз вылетел этот птенчик. Родители, знаете, специфически издают звуки. А я как раз гулял туда-сюда, туда-сюда гулял. И вот рыжий котик наш пришел домой. И как-то он вместо того, чтобы зайти в дом, обходя его, заинтересовался. Ну, животные они-то видят лучше, чем мы. И я увидел, что он принял стойку, котик, в огороде, на кого-то нацелился. И я понял, к чему это все. Быстрее к нему и... Нельзя, нельзя, нельзя. А он как раз, знаете, вот так-то как. Оп, резко, хоп. Хватит этого птенчика. Ну, я вот подоспел, вот он столько его схватил. Я у него вынул изо рта. Так можно сказать, ну, он сам там бросил. Но, как говорится, дело было сделано. Он просто-напросто его прокусил. Есть он особо, я так понял, птиц не ест, потому что дома его хорошо кормят. И вот что сделать. И вот что делать с этим птенчиком. Вот я на него взял. А он уже, знаете, вот зевает. Зевает, вот это клюв развивает. То есть началась агония. И вот так, и сяк, он уже. Хотя даже там немножечко вроде там и подлетел, но это, видать, ну, из последних сил. Вот. Ну, держу я его в руке, он, значит, вот это зевает. Думаю, куда же его тут положить. А ранка-то вроде как и небольшая, так, знаете, прокус, кровь запеклась. Где-то в районе туловища. Ну, ну. И... вот так вот в ладошки. И вдруг он, ну как, выпорхнет у меня с ладошки. Раз, 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 немножечко пролетел. Я думал, о, посмотри, ну, возможно, возможно будет жить. Пролетел, только бах, на землю упал. И я его поднимаю, все. Неживой. Насколько я понял, когда душа уходит из тела, вот она, знаете, вот, как бы сказать, собирает силы,
Вообще от тела надо оторваться, тем более от тела, когда оно молодое тело, в нем жить, еще и жить от него надо оторваться. И вот этот вот как раз отрыв, он и выразился в том, что душа, значит, полетела вместе с телом, потом она вылетела, тело упало, и все.